Добрый день, друзья и зрители моего канала, и гости моего канала. Всех вас приветствую. Вот у меня на столе стоит такой необычный набор. Сейчас я расскажу, для чего он мне нужен. Значит, сейчас мы будем садить перцы в тепличку. Сегодня у нас очень теплая погода, но ближайшие 2 дня у нас будет немножечко похолодание. И как раз это будет та температура и тот климат для лучшего приживания перчиков в грунте. Итак, что я буду использовать для посадки перца болгарского? Вот здесь у меня, ну, сказать не намолотый, но просто вот через скалку, через газетку и скалкой перемолот таким образом яичная скорлупа. Вот так я ее собираю, вот в пакетах она стоит. Потом муж у меня вот таким образом перемалывает ее. Именно вот через скалку, газетку, на одну газетку он, значит, кладет досточку, потом газетку и сверху газетку еще одну. И проходит скалкой, и вот такая получается. Она разного плана получается, и покрупнее, и помельче. Ну, в общем, видите, да, в бутылке. Вот я насыпала с собой. Дальше я нарезала вот такой банановой кожуры, уже такой вот темненькой, которая уже все-все-все созревшая. И использую я еще для посадки всех и томаты, и баклажаны, и перцы, и огурцы. Я использую, добавляю по столовой ложке в лунку рыбная мука. Для чего я ее беру? Потому что в ней очень много содержится фосфора. Она продается, знаете где? В ветеринарных магазинчиках, там спрашиваете. Но я ее беру на рынке, там вот ребята, у них там палатка есть, и они торгуют кормами. И у них всегда есть рыбная мука, вот такая по весу, по 1 килограмму. Я беру и использую. Вот. Значит, никакие я минеральные удобрения вносить не буду. То есть у меня вот здесь кальций, калий, фосфор и перегной, это азот, всеми известно с вами. Все, вот эти 4 компонента, которые я буду добавлять в каждую луночку. На одной я буду посыпать обязательно яичной скорлупой. Все по столовой ложечке. Ну, бананчиков, ну вот щепоточку я беру, примерно вот столько на луночку. Все. И я, как сказала, уже столовую ложку рыбной муки я беру. А, ну еще я кладу столовую ложку доломитовой муки для раскисления почвы. У нас кисловатый грунт, поэтому я обязательно доломитовую муку везде вношу. Золы у меня нет, поэтому я пользуюсь доломитовой мукой. Так, ну все, перчики у меня уже там, в тепличке поджидают меня. Вода тоже там, я набрала тепленькую. И, соответственно, сейчас мы перегной наберем, и все. Ну, я покажу буквально 1 саженец посажу. Ну, там ничего сложного нет, как увидите. Ну, все, давайте. Я пошла садить, и вы вместе со мной. До теплички. Вот такая у нас температура. Купили мы термометр. Наконец-то. Ну, видите, 33 градуса. Вот мои баклажанчики, которые я тоже сегодня буду высаживать. И вот мои перчики, которые сейчас отправятся вот сюда. Луночку я делаю длинненькую, так как я буду садить 2 корня. Вот у меня сорт Мегатон Золотой. Видите, какая корневая мощная. Уже ему пора прям. И сейчас я беру ложечку и вот так вот насыпаю ложечку яичной скорлупы. Потом я маленько присыпаю ее немножечко. Дальше у меня вот тут вот перегной очень хороший. Я его кладу сюда. Прямо хорошую такую горсточку. Дальше я кладу вот такую горсточку бананов. Вот столовую ложечку рыбной муки. Вот, и доломитовой муки еще. Сейчас муж найдет. Потом я беру вот так это все, закрываю луночку, перемешиваю все тщательно. Поливать я не буду, потому что земелька влажная, я полью сверху. И все, и опять я разрываю вот так вот. Сейчас достану перчик.
И вот туда я поставила и закрыла. Вот так вот это выглядит все. Форму луночки я сделала. И буду дальше. Сажу я часто и по две в луночку, повторюсь. Ничего сложного нет. Вот такие прибамбасы я использую. То есть рыбная мука, банановая кожура, яичная скорлупа, перегной и доломитовая мука. И сейчас, естественно, я их полью теплой водичкой.